две руки, чтобы не упустить самое интересное. Давай, дай. Более 90 тысяч человек в едином порыве. На стадионе «Самара-Арена» в течение двух дней, 11 и 12 июня, проходил фестиваль «Самфест». Событие нового формата, задача которого – дать поддержку молодым талантам. Это фестиваль авторской музыки в широком смысле слова. Его участниками могли стать только те, кто сам пишет стихи и музыку. Два дня связали воедино разные стили и поколения. Объединили фанатов Айовы и Славы Марлоу, Олега Митяева и Вячеслава Бутусова, а также пока малоизвестных исполнителей. Одни из них оказали влияние на формирование целых жанров, а другим только предстоит задать новые тренды в отечественной музыке. Фестиваль проходил при поддержке правительства Самарской области с использованием гранта президентского фонда культурных инициатив. Конечно, он бы не был возможен без нашей самарской инициативы, без креатива и творчества. Но также он бы не состоялся без поддержки президентского фонда культурных инициатив, который одобрал наш проект, и сегодня благодаря этому Самара принимает гостей со всей России, и я этому очень рад. Давайте поддержим вас, потому что это ваше мероприятие, которое будет с вами, я уверен, многие годы. Дмитрий Игоревич, большое вам спасибо, потому что главное то, что вы сказали сейчас, это инициатива. Если бы не было инициативы, все это могло бы не состояться. Давайте поаплодируем вашей инициативе и президенту за то, что он поддерживает инициативы, которые идут от людей. Отбор конкурсантов начался еще в январе 2020 года. Для участия в фестивале было подано более 1000 заявок от музыкальных коллективов. На всех этапах подготовки к выступлению молодые таланты сопровождала команда опытных наставников, продюсеров, звукорежиссеров, специалистов по продвижению, хореографов, психологов, а также артистов, выступавших на фестивале. Вход был свободным, достаточно было оформить билеты на сайте. Все нравится, весело, танцуется. Много новых групп. Я добавила себе уже многое в плейлист. Мне прям очень понравилось. Особенно самарская группа. Нравится, что можно и посидеть, и потанцевать, и постоять. И вообще очень много классных людей вообще вокруг. Творческую Самару на фестивале представила группа «Трамонтана», играющая в стиле этно-рейв. Обладателем приза зрительских симпатий стали Гульнара Байгузина и Янка Манкий. Второе место досталось группе «Балакирь», а победителем стала группа из Хабаровска 20. Лучшие композиции молодых музыкантов будут изданы в фестивальном сборнике, а победитель получит возможность записать мини-альбом при участии профессионала высокого уровня, саунд-продюсера Андрея Самсонова, работавшего с Вячеславом Бутусовым, группами «Пикник» и «Сплин». Виктория Шара и Максим Магомедов, Максим Гусев. События.